Итак, дорогие друзья, мы сейчас поужинаем великолепным блюдом кукси. Да, это из жареного мяса. Кукси давленный. А какое мясо здесь? Жареное мясо. Говядина, конечно. Говядина. Соус какой? А, это ты что делаешь? Это уксус. Это соя. Тут перемешку с жареной соей она идет. Угу. Плюс сладкий перец поджаренный и острые овощи в нем еще. Острые овощи. И это блюдо называется кукси. Это корейское блюдо, это летнее блюдо, от которого очень вкусно. И не давит оно. И не давит куда? Это самый раз. На желудок не давит. На желудок. Да. Тут лапша, да? Да, это рисовая лапша. Огуречики? Огуречки, помидорчики, сам бульон на янме, основанный сахаром, естественно. Вот это яйца. Угу. Это яйца. Яйца кого? Куриные, естественно. Куриные, огурцы, понятно. Так. Помидоры, ну, зелень, капуста, соответственно. Ну что ж, приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Хорошо.